Эта работа называется «Войны света». Два существа объединяют свои клинки разных цветов, и от этого происходит вспышка света, которая рассеивает всю тьму. У художника Сергея Григорьева дома настоящая галерея. Автор пишет картины в разных стилях – авангардизм, абстракция, а еще славизм. Создаю и пишу слова, и в своих работах стараюсь передать непосредственно суть самого слова через изображение с использованием непосредственно букв. Художник умеет перемещаться между мирами и галактиками. В этом ему помогает относительно новое направление в изобразительном искусстве – космическая живопись. Отличительная особенность – необычное сочетание элементов – мир внутри другого мира. Будем рисовать картину, называется «Мир номер 7». В ней будет на переднем плане у нас принц, на среднем – 3 пирамиды, и на фоне будет 6 планет. Определяемся с цветом и фактурой пирамид, с их гранями и размерами. Переходим к планетам. Но здесь не все так просто. Разместить их в свободном порядке не получится. Ага, здесь мы, смотри, касаемся такого вопроса, как композиционное решение работы. В данном случае у тебя вся масса находится в левом верхнем углу. Пока на холсте нет краски, небесные тела можно поменять местами. Только после этого придаем им контур, заполняем внутренние пустоты и выделяем детали. Следующий шаг – нам нужно сформировать тень планеты. Для этого нам понадобится баллончик с черной краской, которым мы просто делаем дугообразное движение. Под присмотром мастера, даже у дилетанта, что-нибудь да получится. Теперь добавим немного волшебства. Для этого возьмем блестки и немного распылим их над нашими планетами. Ну и какой же космос без звезд? Дело остается за малым. Оформляем пирамиды и не забываем про главного героя – принца, покоряющего фантастические миры. Важный атрибут у принца какой? Плащ. Плащ. Вот теперь все элементы композиции на месте. И вуаля! Картину нужно высушить, ну и смертельный номер. Теперь готово. Волосы и брови на месте, работа готова. А наловчившись перенестись в другие галактики, прибегнув к помощи баллончиков с краской, шпателя и фантазией, можно за 10 минут. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.